Смотрим, как, блядь, опять деды. Рубрика, ёпта. Деды воевали, блядь. Все видно, все нормально. Нифига динозавра, ага. Ну ты бы их разъебал, да, в клан-арену? На-на-на-на-на. На-нах, еще рейл по сотке, это ж вообще пизда. На, ебать. Респа, бля. Ебать, нихуя себе. Как он жестко его. Нерк, но был же год назад этот, как его, турнир в Испании, и там был Акилис, там вообще пиздец, сморщенный дед этот. В очочках такой, блядь. С гнездом на голове, нахуй, пичем. Ну ты понял. Засада, блядь. А хули ты сидел, блядь? Это который с капель, да. Пиздец, он его перестреливает. Жестко, бля. Прям реально перестреливает. Нихуя там Дарк Вейдер, ёпта, за Акилисом следит, нахуй. Ебать, везде подлова, а, хорошо. О, молодец, кстати, пупсик, я вот везде подлавливаю, это же вообще паники, нахуй. Да. Читал про Ахиллеса. Нормально, что зашахтил. Респам нахуй. Ебать, можно было загонять. Руки джампа. Еще прогулин. Красиво, да, отыграл? Мне нравится. На, нахуй, машинка. Блять, какой. Сдается нам. Аж мига нет. Мига не нужна, блядь. Опездал. Понятно. Пизда. Хатрулган не отдал. А, Рокет отдал, сейчас Рокет Джам будет. За релганом сразу. Ебать бы сейчас наказали нам. На. Минус сотка сразу же. На. Куда бежишь сейчас, красная, блядь? Тут мега, мега быстрее. Ой, блядь. Не, с такой распрыжкой это, блядь. Ой. Ну, попадает хорошо для шариковой мышки. Все, все, в атаку, ебать. Ну а добить? Фраги же нужны. Банный папуас, бля. Руки джам... Красная... Куда тебе? Зачем? Ебать. Красный отдал. Да, красный отдал. Пиздец вообще. Очень слабо. Мига, куда мига? Ебать. Затыльник нахуй. Просто упал, все сбрили, бля. Сейчас шафтят. Боится, страшно это. Куда нельзя бежать, убьют. Га, блядь, какой... тот еще нихуя не попал. Шафт закончился, я так понял. Беги, сейчас, блядь, одна плазминка нахуй. Пизда. Мега, 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 бля. Не, ну это вообще дно, ёпта. Реально. Вот так люди раньше играли. Сейчас бы просто, блядь, Ростик даже бы их разъебал. Таких. Или какой-нибудь
Контаж, ананас, блядь. Просто я вижу вот это вот и пиздец. Я охуеваю. Ну бери аптеку, тут нету никого. Он на ракете, блядь. В контру я играл нерк. И в дальнобойщиков, блядь. Еще в казаков всяких нахуй. Какая там была контра, блин. Привет, Ванечка. К нам врывается ее легендарный, блядь, квейклавер Иван Ли, блядь. Который на 1000 рейтинга разъебет любого нахуй. А если не разъебет, то выебет мамок их нахуй. Осуждаю. Если что. Да, вчера хуярил Гринвей. Там скиллуха запредельная, бля. Оп. Бля, бать, тут, хотя пешком, пешочком ходит, блядь, это правильно. Не спешит. Но действия в игре пока вообще слабенькие. И это считались, блядь, вообще топ-топы, нахуй. Ну бегай, еб. Еще Релган сотку просто бил, на это вообще читы, нахуй. Чё ты выспался, Ваёк? У тебя там уже это дискотека? Дискотека с Ди? Попади ты, блядь. Всё с шартом на миге, стой. Блядь, ну мига же, ёпты. Как лунатик нахуй бегает. Очень плохо играет, типочек. Для того топа нахуй, того времени. Но раньше, наверное, все смотрели и охуевали. Ебать, как он читает. Молодцы. Мимо. Ух. Прошу уходить. Да выходи ты, блядь. Безнаказанно отдал Ралган нахуй. Просто получил, блядь. Так контроля нет. Нихуя. Вот тут только чисто, наверное, голова и боль, что тут дожить надо стрейфить. Да, нерк. Это полный пиздец. Я посмотрел на Рафа, он вообще вначале без трейфа. Ой. Без трейфа играл. Потом, короче, ну, как-то смотрел, когда он последние разы вот в Америке этих нубасов пиздил. И как бы он там уже там стрейфочки, хуёчки, но все равно, блядь, это не то. Слишком, ну, легко. 10 в игре такие себе. Тот же Килсон бы в Quake Life, мне кажется, Рафу просто бы, блядь, разъебал. Карта еще скучная. Нихуя тут. Это топ-топ, а ёпта. Мафун, мафун, блядь. Еще 5-6 минут терпи. 6-4, нахуй. Тут должен был бы счет ВСП, наверное, уже 30-0 на респам. Ебать, зашафтил. Мега, бля! Ой, пизду, такие действия, ебать, каличные. Здесь можно было просто забрать мигу и все. Жесть, просто, ну, бас какой-то, ну. Куда, блядь, желтый, потом Релган, куда ты? Пизда сейчас. Ну, нельзя прыгать, у него шаф. Ты прыгнешь сейчас. Это, кажется, тупо, блядь. Да попади ты культяпами своими. Все красное, потом мига. Пиздец! Бля, ну куда? Ебать, ладно, красный украл. Обманщики. Я опять сейчас за Релганом, пиздец. Его просто за этот Релган наказывает уже, хуй знает сколько. Он все равно тупой, блядь. Какой Релган? Ну какой? Ну господи, блядь. Не допрыгнул. Ой. Ебало, бля, поросячье.
Блядь, просто он ломится за этим рулганом. Охуеть. И красный отдал, пока просидел, блядь. Зато перестреливает вообще в хлам. На шафтах. И опять за ролганом. Сука! Блядь. Ебаное дно, блядь. Вообще лунатик. Не понимал, где тип. Шардики, ёптать, шардики. Ну, блядь. 9-5. Ну, сейчас разъёб будет. Еще, блядь, пушки резали же, да, по 15 секунд или по сколько? Это же вообще пизда. Можно было, блядь, контролить. Оп. Все, ёпта, контроль перебил, давай, 4 минуты нахуй, у тебя есть, блядь, 4 фрага, 4 минуты, изи. Только, блядь, не прыгай за ролганом, усос, ёбаный. Реально за ролганом идет, блядь. Въебло получил, поросячье. Зачем сюда-то, блядь? А, ёпта, смерть. Ебать читает игру парень этот. И здесь еще фраг. Охуеть. Это фит, блядь. Сориспа пытается с машинкой что-то пухнуть. Это реально бежит. Ну тут уже, конечно, блядь, вот надо что-то делать, но, блядь, когда у него 200 на 200 было, он такую хуету делал. Ой, блядь, стенки зацепил, блядь. На шафте же. Какой ты, блядь, ловишь? Все, минус всего. Ой, бля! Бля! Что за рокетджампы? Новые демки 2002 года смотрим. Да, ёпта, как деды воевали. Рубрика, ёпта. Рубрика деды. Ну взял трейлган. Вот у тебя более-менее контроль есть. Попал. Дальше. Ну зачем? Еще руки джам. Ну это пизда. Мозг атрофирован к хуям. Ой. Еще руки джам. Ты сука наивный. Ой, бля. Минус. Это ты, блядь, еще там на культяпами попасть. Попал. Ладно, смотрим дальше. Ну, в спину, щелкни. Но. Пизду. ГГ. ГГ. Забрали, у тебя ролган, ебать, он даже не видит, что ли, очкозаврик какой-то надо. Сократис. Квейк юрского периода. Да, так и назовем демку, бля. Сука. А все раньше играли, противник был этот, ну, килл. Либо танка кто-то ставил, никто не помнит. Ладно. Он сдался уже.